этого мне не стоило. Пусть даже вы будете злиться на меня, вот как сейчас. Ну, ну вот, девочка, ну вот, ну вот, ну вот. Простите меня, дядюшка, я не хотела вас огорчить. Мне просто хотелось побыть дома еще несколько дней. Но ведь до начала учебы еще есть немного времени. Побыть дома? Стащила! Стащила самые дорогие конфеты! Шоколад! 7 рублей за фунт, а! Ну, что мне делать, а? Меня разорет! Все! Кто мне товар вернет, а? Кто? Найдите ее! Пожалуйста, кто? Умоляю вас. Да найти-то, может, мы найдем ее. Товар-то как вернуть? Его воровка, наверное, слопала. По дороге с голодухи, сами говорите, голодранка. Смотреть надо было лучше за товаром. Так, постойте, постойте, мы видели. Это бродяжка нас о дороге спрашивала. Точно, она в институт благородных девиц направлялась. Да нет же, моя-то воровка совсем даже на благородную девицу и не похожа. А я за что купил, за то и продаю. Пошли отсюда, Василий, он еще сомневается. Подожди, подожди. Как она выглядела, девица эта ваша?